А, ну все, короче, все нормально. Какой у тебя битрейт стоит? 3500. Пока что этого достаточно. Больше у людей с плохим интернетом может не пойти просто. Хотя я все буду прекрасно видеть. Короче, я пока в окошке играю. Если я тут чего-то не буду замечать, то это потому, что я читаю чат по большей части. Вообще, я под такое дело, я теперь понимаю. Я раньше думал, стримеры, япона мать, куда вам вообще... два монитора, там три монитора, как минимум второй монитор точно нужен, под чат, под всякие эти. Черные, да? Угу. Монстром. Ну, монстром тоже как-нибудь можно будет поиграть. Но он реально подбешивает уже. Ну все, Артур теперь в донат скатится. Да ни хрена, я же говорил, но... Не, я повторюсь, это реально, если кто-то вам говорит, что ему лишние деньги помешают, то можете смело плюнуть ему в морду, то есть, потому что иначе, ну, он, понятное дело, лицемерит. Но этот канал, он не будет упираться в какую-то там донатную политику. Если будете давать мне деньги, я что, я буду доволен, конечно, но оно мне, в принципе, не надо, мне с Ютуба хватает. Просто суть в том, что это... Не очень хорошо. Не хочу этим заниматься. Я ютубом-то, как там, 2 года занимался, пока там деньги начали платить. Не в том прикол. Прикол вообще не с людьми. А деньги можно другими способами зарабатывать. Верно? Здорово, наконец-то ты попал на Twitch. Спасибо, наконец-то смотришь. Добраться. Добраться. И он кто-то пишет, а вы Шус. Я не против, ну то есть вы знаете, Шуса я люблю, как брата. Но его подписчики, я думаю, он ими не гордится тем, что они очень часто, я видел, насирают чат так, что это просто... Ой, бывает, да? Бывает, Макс. Это как артуровцы набегали там на группы, короче, всех, кто там меня материл, обкладывали. Я реально такой пипец был. Это было стыдно. Стыдно было по отношению к тем людям, к которым они прибегали. Добро пожаловать на ВДНХ. Хантер такой, смотри, в цифре. Раньше другой был. Раньше. Спасибо. Раньше, по-моему, просто хаки было какая-то. Давно не виделись, Хантер. У Джека под чат приспособлен планшет, так что можешь Nvidia Shield. Да ну нахрен взорвется еще. Ну вы же слышали последние новости. Nvidia отозвала всю партию. А у меня не отзывает, я же не покупал. Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и о этих ваших мутантах. Я вообще не смотрю на игру, тем не менее куда-то прохожу. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Давай. Это не просто мутанты, поверь мне. Он похож на актера этого, дедюшка, по-моему. Хантер, я имею в виду. Так, поскрипим, что ли? Ах, я так кресло не могу смазать, ленивая жопа. Привет тебе с Владивостока, Артур. Привет тебе с Уфы. Врагов надо истреблять. Запись стрима будет, а хрен его знает. Я не знаю, как она делается. То есть, если оно останется, то, ну, посмотрите. Не останется, мне, в принципе, без разницы. Повторюсь, этот стрим, он тестовый. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Ага, и мне, короче, какой-то сраный револьвер, да, как обычно. Спасибо. Какие-то у них морды сильно изменены. Нормально у них морда. Раньше были дубовые. Анимация была пипец какая. Так, ладно, короче, я делаю полный экран и вас не читаю, потому что надо будет стрелять сейчас. Смотрите, лица получше стали. Господи, а что так неудобно управлять-то? Смотри, вот это вот я наверх поднимаю, а вот это вниз. Представляете, снизу на меня кто-то бежать будет? Ну-ка, давайте сенсу немножечко. Тут можно ее убрать, нет? Это пипец же, это просто чувствительность. Ну, давай вот так вот как-то, я не знаю. Потому что это не дело. Это вообще не торт. Так, у меня, значит, 31 патрон. Получи. Зря, что ли, в халу в свое время товарищем козьи морды устраивал. А новый геймпад мне почему-то гораздо больше напоминает геймпад от Xbox 360, ну, на PlayStation 4, DualShock новый, чем, собственно, геймпад от Xbox One, скажем. Да лезь ты уже, дичина! О, какой!
Что-то здесь вообще до жопы им смотрю, вот этот вот ближний бой. Надо подлечиться, наверное. Да, они его сейчас добьют, все нормально будет. Все под контролем. Да, с клава мыши, конечно, удобнее этим делом управлять. Мужчина, вы там со спины еще кто-то? Сколько уже можно-то, господи? С тобой все нормально. Да лучше всех. Конечно, этот-то не пропадет. Так, давай опять почитаем, что у вас там. Какие же это черные? Ты в топе на русском Твиче. Это, знаете, это первый стрим просто. Потом оно все утихнет, оно будет потише намного. Ну, типа там хайп, все дела, как обычно. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Через месяц посмотрите, заметно ниже будет показатель. Как шум их спадет. Выживает сильнейший, знаешь? Да ты не паникуй, все нормально будет. Поиграем в Sheltered. Она у меня скачана в Стиме, времени не хватает. Она что-то типа 60 секунд, но понял? А когда немного другое. Ад, прихвачу с собой этих твоих. Привет из Владимира, привет из Уфы. Пойди, привет из Якутска, привет из Уфы. Метро скучно не для стрима. Чувак, ну извини, что есть. Метро есть и Bloodborne. Просто... дальше уже там, может быть, поиграем в то, что хочется. А сейчас пока играем в то, что есть. Привет, Омск, привет, Уфа. Как погода, Уфе? Говно. Ну, сегодня, кстати, нормально было, но я дома сидел. Ох, МГС, МГС, МГС. Я, кстати, на днях продал Соньку третью, другану. Но для перепрохождения МГС-а третьего. Ее потом возьму у него поиграть. И там Demon's Souls как-нибудь надо будет еще раз погамать. Я вообще надеюсь, что МГС, ну, то есть коллекцию перенесут на PlayStation 4. Потому что это будет тортибельно. О, там привет пишет из разных городов. Ну извините, чуваки, я просто... У нас здесь не это, не передача там... Слушай меня внимательно, Артём. Ну, поняли. Если я до завтра не вернусь, я, как обычно, просто наизвечен. Ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мир. Привет из Уфы, кто ты пишешь? Ну давай. Со мной и что происходит в ваших туннелях? Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Ну вот это пипец такой, короче. Иди, говорит, хрен знает куда, передай вот какому-то незнакомому хрену, вот хрен знает что. И потом хрен знает, найду я тебя или нет. Пока, такой. И Артём такой. Артём такой, хорошо, Серёжа, я пойду возьму это все, выпью водка и пойду. Хантер не вернулся. О, станция ВДНХ. Угу. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему... Передай слово. Привет себе. На следующий день... Бань чуваков с матами. Я сам никого не баню, я не успеваю. Ты чё? Я на ютубе, ты уже полгода, наверное, никого не баню. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Вот этот акцент у них какой-то такой... Одесситы такие. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не... Кто-то пишет, ты читал книгу «Метро»? Первую книгу читал, она мне понравилась в свое время. Ну такая... Со здоровой порцией бреда. Ну я думаю, согласитесь со мной. Как там эти сатанисты, которые копались куда-то вниз в ад. Че вообще, вы че? То есть Глуховский, он реально по многим вопросам видно, что не разбирается. Если вам нужен годный постапокалипсис, почитайте Андрея Круза или чувака с ником Берким Аль Атоми. Они вот, ну, не знаю, Круз, он по матчасти хорошо осведомлен. Оружие, там, ТТХ всяких, техники и прочего, ну, то есть, по боевой подготовке. А Берким, он, ну, этот, как его, пишет сочно. Но при этом тоже со знанием дела. Но, вот, допустим, Круз, он может там... Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Бог простит, а я запомню. Короче, этот просто... Что я хотел сказать-то? Я уже забыл. А, так вот, Берким с матом, он прикольно пишет. Тоже разбирается, но у него гораздо все более мрачно. А Круз, а, вот, что я про Круза хотел рассказать. Он, короче, в своей книге, он вот реально может 10 секунд, ну, короче говоря, страниц 5 расписывать про то, как он улучшил свой автомат, навинтил на него дульный тормоз, прикрутил коллиматор, поставил телескопический приклад, там, и вот это вот все, там, сколько миллиметров, какой толщины, из какого материала, там, чем он это все делал. И вот, в общем, напишите, сколько там смотрит-то нас уже. Врунные лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь, да и от тебя подванивает. Вы, ребята, я посмотрю, я не знаю, может быть, вы и есть грязь, если все вокруг у вас вруны, лицемеры и тому подобное. Всегда удивляли такие люди.
Говно оно к говну липнет, да? Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Под ноги куда по помытому? Блин, я так хотел сегодня в Зов Ктулху поиграть. Ну, вылетает. Край в эфир хотел. Но я просто помню, что там головоломки сложные даже поначалу. О, 10500 пишет. Круто. Молодцы. Прикольно. И этот... забыл, что хотел сказать. А, край эфир там. Ну, она же сложная, пипец. И я сейчас не особо сильно соображаю. У меня тут уже там ночь. И там головоломки. Я такой, вот. Сейчас бы стримил, и там пипец. Привет от Димки Башктиева, ПЗР. Димка, япономать, если ты это читаешь, то нам нужно кооп новый делать на четверых. Все от того, что Димка уехал на Gamescom. Но рака мозговые там опять авкают. Так, мне сейчас, по-моему, пушку дадут. Блэк, как тебе серия книг «Древний» от Сергея Тармашева? Не читал. 19:30 сейчас в эфир. Ну, конечно. 27:30 не хочешь? Ублюдком. Ублюдок. Что там смайлы с пенисами? Потому что не настроил канал. Я говорил, я пока что не умею настраивать, поэтому люди, которые там вот это вот все делают, сегодня ваш звездный час, потом вас будут жестоко карать ногами. Не, ну вас сейчас все равно забанят, но не так быстро, как раньше. Да давай уже все свое. Посмотри Dead Realm игру. Dead Realm — это кооперативный хоррор. Нужно, во-первых, самому подготовиться, во-вторых, людей подготовить. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Футбол. Так, читал «Темную башню»? Читал. Охеренная. Ее, кстати, снимать, по-моему, экранизировать будут. Да, реально, ублюдок, ты посмотри на него. Пиу-пиу, маска Джейсона. Я вообще ни хрена не вижу, я в таком окошке играю сейчас. Так, ну вроде на самом деле все хорошо, да, со стримом. Я, честно, удивлен, я думал, будет больше проблем. Когда Blacklist, ну вот сегодня вышел, не знаю. Да, как будет, так будет. Будет ли прохождение Until Dawn? На Ютубе, конечно. Обязательно будет. Я говорю, с завтрашнего дня на Ютубе будет прохождение Everybody Gone to Rapture. Ну, то есть, помните эту игру. Мне, правда, ревью демо прислали, оно вроде как отличается от полноценного релиза только тем, что... Нормально. Только тем, что там нет ачивок, но они мне нахрен не нужны. Что можно из Кинга... Ну, не знаю, люди, напишите ему в комментариях, что можно из Кинга почитать. Я вообще, кстати, не соображаю. Я думаю, господи, а куда я сейчас иду? То есть, я же вообще не соображаю. А в итоге оказалось, что пришел туда, куда надо. Фальскар где? Фальскар, они будут сейвы потерлись. Начинать по новой смысла нет. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Ну, всегда готов. Готов? Какой Fallout тебе нравится? Больше третий или новый Вегас? Третий. Потому что он был первый New Vegas, он лучше в плане сюжета, мира, квестов. Но мне больше нравится третий, потому что он был для меня первым из новых. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Артур, давай в Bloodborne. Ну, давайте, я не знаю, где-нибудь в 45 мы с вами выключим эту игру и поиграем еще 45 минут в Bloodborne. Ну, я не говорю, что прям 45 минут. Но я просто сегодня планировал полтора часика постримить. Будет прохождение Zombie U на PC? Ну, на PC она зомби просто будет называться. Прохождение, не знаю, вот прохождение на... О, там член кто-то опять разместил в чате, его сразу удалили. Вы хрена вот этот вам? Смысл? Удалят ваш аккаунт, ну, то есть забанят. И все. Че? Короче, зомби, я думаю, на Ютубе мы сделаем первый взгляд. И постримим немного, если все нормально будет. Как бы, ну, то есть смысл ее проходить второму разу, тем более кастрированную версию. Первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал. Так, я покинул. Не, нормально, вот именно, реально прикольный голос. Песочные часы Сергея Недоруба, да и вообще у него книги. Не надо, Bloodborne. Ну хрен знает.
Как наушники, нормально, кстати. Поначалу мне нравились, а теперь нравится. Проводов нет, звук хороший. Говорят, что у них дужки ломаются через месяц пользования. Пока что живые. Звук плохой. Так, теперь проплаченный комментарий. Звук хороший. Не, на самом деле, если честно, хороший звук. Давай Bloodborne на хардаче. Нет, я Bloodborne только на изи играю. Будешь впоследствии выкладывать записи своих стримов на YouTube. А смысл? На YouTube и так контента хватает. Тут эти стримы, насколько я понимаю, сохраняются. Зайдите сюда, посмотрите. Че, ради просмотров заливать? Мне там просмотров хватает. Тратутей! Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Во, зашибись, это такой прикольный момент, по-моему. Этот пишет, короче, как тебе замена, вернее, как тебе, типа, Twitch, как тебе стримить на Твиче? Легко. Вообще, все люди, вот эти вот стримеры твичевые, халявщики. То есть я просто понимаю, что, ну, вот я сейчас делаю, мне вот кроме того, что я сейчас вот побазарю с вами, мне больше делать не надо ничего. Ну, то есть, и все. На Ютубе другое дело, то есть ты запускаешь это видео, записываешь его, потом тебе нужно где-то его минут 20-30 монтировать, после этого ты его ставишь, ну, собственно, рендериться в Вегасе, это часа полтора-два, потом выкладываешь на Ютуб, это где-то часа полтора тоже, ну и потом публикуешь. Круто! Так и живем. Давай в Portal 2, плиз. Пока на ПК я не... что-то у меня, короче, сегодня не справляется. Mortal Kombat будет? Не знаю. Я в нее не очень хорошо играю. Tekken можно, я там любого порву. Street Fighter легко тоже. Так, кстати, давай... я, короче, сейчас пока не буду вас читать, ребята. Потому что сейчас напряженный момент вроде как. Женя, помоги ему быстро. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. Такой вот, блин, я запомнил реально наизусть. Офигенная игра. Ты что, не слышишь, как они плачут? Вот примерно такой же, там аномалия, как видите, да? Да что тут творится такое, а? Этот, вот таким, не знаю, в Сталкере вот все время такая атмосфера была бы, там именно в подземельях, на объектах, что-то вот такое вот. А так, поверху ходишь, там вообще не страшно. Здесь именно прикольно, что жутковато постоянно. Артём! Хроники последних дней, демо сюда! Для прессы, установка завершена. Если ну ладно. Увидите завтра, в общем. Либо где-нибудь там кто-нибудь на Ютубе. Если я вам не сильно нравлюсь. Чужие сами по себе, они реально такая херь, я бы увидел, я бы тоже стрелять начал. Как эти люди вообще надеются, вот реально, просто выйдя на тебя, установить с тобой контакт, учитывая, что у тебя огнестрел? Ну, как бы это не спойлер, да, если для вас это спойлер, то простите меня, давайте мы еще на Войну мира будем говорить, вот там проспойлерили. Эта игра уже давно вышла. Кто хотели, поиграли, кто не хотели, ну, ваша проблема. Всегда так относился. То же самое там с Mass Effect. Морден умрет, да как ты мог там? Господи, 3 года назад игра вышла. Да давай уже, сейчас такой зарубится будет. Дробовичок мне дайте, пожалуйста. Смотри, вырубил всех. Тяни, давай речи, сейчас хавать нас будут. Давай, родной. Да вон они уже там скачут. Пипец. Я не знаю, магазин, конечно, от боженьки просто. Да сам стреляй, нихера не вижу, сейчас по своим попаду. А у него, по-моему, один хер стрелять смысла нет. Так, револьвер, спасай. Ва! Ва! Мачете. Ща глохну. Во. Давай, дробан. Давай, красава. Так, патрон не тратим, смысла нет. Можно вот так попробовать, конечно. Вон одного свинтили. А вот этот, по-моему, хочет ускориться.
пацанчик. Так, подходит. Давай, прыгай. О, господи. Не та пушка. Так, там еще кто-то догоняет, по-моему. Один патрон. Ну ладно. Окей. До свидания. Давай работай. От работы волки дохнут. Или кони, я не помню. Здорово. До свидания. Дедушка, вставайте. Сейчас вас свинтят нахрен. Я представляю, просыпаешься тут такой. Что произошло? А, твою мать. Справились на идеальном вообще. Идеально. Все было как надо. Один из самых крутых моментов в игре, по-моему. Хотя тут она вся из крутых моментов стоит. О, шо было. Так, ладно. Ладно, хорошо, пойдем. Притопим, потому что сзади много всяких нехороших. Я не знаю, как меня не попадают, а там реально ДШКМ. То есть, блин, один раз упадет и все, труп. После таких ранений не выживает вообще. Так, ладно. Мы с вами красовали. Go по фану, стрим по танкам. Ну, не знаю. У меня фана большого нет от танков. То есть, ни от танков, ни от воршипов, ни от ворплейнов. И тому подобное. Бесит реклама WoW. А что, на ролике уже реклама включается? Я не знаю, у меня партнерки-то нет, так что... Ничего гадить на меня. Рижская была только первая. Тут становится комната. Неуютно, хватит банить. Что ты хотел? Ты посмотри, что в комментах творится. Перед тем, как расстаться, мы... Посмотри, Дадриалом, да, так я уже говорил. Не для того. Водка делает храбрее. Давай Last of Us, ее скачать надо. А мы уже сегодня не успеем. Давайте, я не знаю, там в среду этим делом займемся, если время будет. На этой недельке еще пару стримчиков проведем. Мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! Че с Чембер? Вы начинаете повторяться. Кстати, надо будет узнать, что там за смайлики какие-то для платных подписчиков на Твиче. Какого хера оно надо вообще? Че? Единственная полезная тема — это то, что можешь комнату создать вроде для платных подписчиков, чтобы они нормально общались без вот этой дичи. То, что там мамку, папку и тому подобное. Но как бы это не очень хорошо по отношению к остальным, которые, ну, может, там, ну, короче, ну, вы поняли. Так пей давай. Точно, надо проверить. За удачу и за Артём. Ну, он сейчас вообще уедет, по-моему. Смайлы топ. А вот это вот то, что вы у кого-то там платно подписались, эти смайлики у вас на другие чатики тоже распространяются, да? И у каждого канала свои уникальные чатики. Спиртяжка, что надо. Да? Будет Мафия 3? Пусть выйдет сначала. Артур, разбань ВК, пожалуйста. Там тоже не я баню, как правило. Редко только зайду, бомбанет и забаню кого-нибудь. Здесь вот это вот всякую нужно, короче, фигню делать. И это тоже как хорошие, плохие поступки там. От них зависит концовка. Но, кстати, вот в этой версии это все в итоге перечеркнули. Не нужно все вот это вот обыскивать. Потому что в итоге... Да, короче, смайлики от одного, они в итоге остаются везде, походу. Давай, сюда, все. Будет ли кооп с Шусом? Не знаю, легко может быть. Тун-тун-тун-тун. Давай, Блад, да подожди. Пока по приколу, что-то мне так в охотку эта игра идет. Быстрее партнерку подключай, и будут. Не успел прочитать, не знаю, что там будут. Здесь, по-моему, сейчас где-то будет. Что-то нет, какие-то все подмазки ты не увидишь. Гоу, кооп, Джеком, я уже говорил, если чувак согласится на Gears of War на Xbox One, на обновленный, то легко вообще. А так, ну не знаю, сейчас как-то... О, попрошайка маленький, смотри. Как-то не до того просто, дайте Артём, хотя бы освоиться, маленько. Тебя тут ищет один человек, вот там, в проулке. Ну, пусть если ищет. Дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Если дашь ему пульку, это приблизит тебя к хорошей концовке, но так как
Собственно, теперь концовка, как я уже говорил, перепорота, и ты просто в конце выбираешь хороший вариант развития или плохих. Пошел нахрен, щенок! Ну, как хочешь, ищи сам тогда. Я прекрасно знаю, где он здесь. Не надо Bloodborne, толком в метро не походили. Давайте, знаете, давайте мы Bloodborne в следующем поиграем. Либо, я не знаю, либо что-нибудь другое поиграем. Черт его знает. Bloodborne просто недавно только на канале прошли. Ну, пипец. Реально, там прошли, убили всех боссов, кроме этих, как их, рандомных подземелий, которые неинтересны. Читал цикл Сальваторе Дзирт Дуорден. Читал, на самом деле, вот Дрист имя. Но так как по-русски Дрист не очень звучит, наши локализовали как Дрист. Ой, Дзирт. Ну, вы поняли. И, короче, в Baldur's Gate первым, когда я его встретил, такой, о, это же Дзирт. А потом думаю, да это же Дрист. Такой, фу, и ушел, короче. Я его убил там, по-моему. Там можно было его убить? Если можно, я бы его убил. Ну, просто вот так вот, для того, чтобы все каноны порушить. Давай хоррор. Нет хорроров нормальных на данный момент. Всякая реально дичь, типа Five Nights at Freddy, где кроме скримера, ну, тупо ничего нет. Никогда не просите меня Five Nights at Freddy и тому подобное. Ну, это примитив. Ну, я такое не люблю, я люблю атмосферу и сюжет. Если тебя просто кидают вот это вот в лицо всякие страшные картинки, то... не наш метод, короче. Блин, надо было пацана этого в итоге сказать, чтобы он меня отвел. Я не могу найти этого, как его там, Барбоса или как его там зовут-то? Барбос. Артур забыл стулом поскрипеть. Так, норм. Куда донатить? Никуда не донатить. Была бы моя воля, вообще бы никуда донатить не надо было бы. Но партнерка, она, короче, добавляет донат там. И минимальный 5 баксов. Они реально охренели. Ну, то есть... 5 баксов, вы чё? Элмай... А, вот он. Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. А, Бурбон, Барбос, меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Скажи, Артур, что пацан, думаешь о Элисон Роуз? Об Элисон Роуз знаю, что это офигенная летсплейщица, а про Элисон Роуз я ничего не знаю. Короче, тут а, подожди, это же та игра, наверное, которая... А, это игра такая, типа P.T, ну, то есть Playable Teaser, помните Silent Hills? На тебя не действует, да? Ага, ну, и в итоге... Проклятый ход нипочем. Короче, в общем, как вы, тогда что-то будем думать. Пока что выглядит прикольно, но как плагиат стопроцентный. Барбос, да, кто-то там ржет. А это тебе аванс, на дорожку отовариться. Как относишься к антиутопиям? Знаешь, очень мало годных антиутопий. В основном да это все вот типа Дивергента или Голодных игр. Реально, бред жопа. Бред жопа, многие спрашивают, что за выражение. Это в этом, по-моему, Red Alert первым. Там у, короче, у Сталина, что ли, я не помню. Книжная полка была, и на ней книги были выставлены так корешками, что образовывалась бред жопа. И на тот момент это был реально мем. Можно ли уберечь Хлою? Что?